Приветствую вас, господа хорошие. Меня зовут Криптофродман. Сегодня мы будем обозревать с вами биткоин. В данном логарифмическом канале на недельном таймфрейме за всю историю биткоина вы видите, что мы легли с вами на желтую линию по Фибоначчи, 9%. Соответственно, докуда может состояться отскок? Для этого мы обратим свой взор на историю. Здесь вы видите, когда биткоин лег на 9% линию Фибоначчи, он несколько раз пытался пробить 24%. Процентовую линию Фибоначчи. И все эти попытки оказались тщетными. Обратите внимание. Таким образом, это был прямоугольный канал, канал распределения, который был как раз таки здесь посередине и принимал форму схемы номер один. Таким образом, из наблюдений можно определить, что биткоин пробивался через одну линию Фибоначчи и на второй встречал сопротивление. То есть с 9% пробивал 14% и бился головой об 24% линию Фибоначчи. Но если мы рассмотрим ситуацию, которая возникла в 2019 году в декабре, то вы увидите, что фиок на нулевую линию по Фибоначчи. Это нулевая, но он смог пробиться через 9 и удариться об 14 линию Фибы. И соответственно он здесь не удержался и опрокинулся вниз. То есть из наблюдений видно, что здесь мы видим три рабочие линии Фибоначчи, от которой отскакивала цена. То есть от нулевой линии пробивал центральную и упирался об верхнюю. Точно так же, как это было здесь. Опрокинулся, пробил, уперся. И по этой причине, исходя из истории, мы с вами можем оказаться в этой же ситуации. Мы с вами нашли дно на нижней линии Фибы, соответственно, пробились через центральную и упираемся, сейчас должны упереться в верхнюю линию Фибы. После чего, скорее всего, опрокинемся, исходя из истории. Это все нужно понимать, чтобы не совершить ошибок. Теперь, дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что на недельном таймфрейме мы с вами видим образование такой фигуры, как двойная вершина. Эту двойную вершину вы помните, особенно олды, что мы определили еще 12 декабря, а уже после, вслед за нами, мастодонты трейдинга начали в своих твиттерах писать об этом. Я хочу лишь сказать о том, что мы с вами именно здесь, в эфирах, и это все подтверждено, говорили об этом очень давно. То есть все эти вещи мы с вами наблюдаем. Поэтому, друзья, чтобы быть в курсе всех событий и узнавать все раньше всех, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий для продвижения данного видео. А мы знаем, дорогие друзья, что двойная вершина – это разворотная фигура. И по сути своей мы должны направиться вниз. Но у нас имеется сейчас локальный рост. Абсолютно верно. Возможно ли то, что мы с вами выпишем третью фигуру, и у нас получится тройная вершина? Существует ли такой паттерн? Естественно, да. Обратите, пожалуйста, ваше внимание. Двойная вершина и, соответственно, тройная вершина. В любом случае, и первый случай, и второй являются разворотными фигурами. Пожалуйста. Но я лично сомневаюсь, что на недельном таймфрейме мы выпишем с вами тройную вершину. Хотя все может быть. Единственное, вы помните, что в этом локальном росте мы можем дойти до 47 тысяч долларов. А самые смелые ожидания — это 50 тысяч долларов за биткоин плюс-минус. Так как это все находится в районе 0.618 по Фибоначчи, обратите внимание. Это район от 50 до 54 тысяч долларов за биткоин. После чего может или должен произойти отскок дохлой кошки. То есть, когда цена доходит до этих пределов по Фибоначчи 0.5.0.618, мы двигаемся вниз и падаем ниже точки опоры. Как это было, например, здесь и было здесь. Поэтому еще раз, двойная вершина — это разворотная фигура, а падение вниз мы пока еще не наблюдаем. А сейчас, дорогие друзья, я хочу вам показать достаточно интересное наблюдение, исходя из экспоненциальных скользящих. Красная у нас 200-я, зеленая у нас 50-я скользящая и синенькая — это 20-я экспоненциальный скользящий. Мы помним, что при пересечении сверху вниз у нас образуется крест смерти, то есть движение цены вниз. При пересечении зеленой снизу вверх 200-я скользящая, то есть когда 50-я пересекает 200-ю, соответственно, у нас наступает золотое перекрестие, и цена идет вверх. Так вот, что же происходит, когда 20-я экспоненциальная пересекает 50-ю скользящую? По сути дела, это предвестник того, что цена должна будет пойти вверх, дойти до 200-ки и точно так же пробить ее. Это у нас, опять же, подтверждается исторически. Тем более, локального золотого пересечения на
скользящих 20-х и 50-х еще не произошло, но мы к этому крайне-крайне близки. В любом случае, мы с вами анализировали и знаем, что цена дойдет до 44 500 плюс-минус долларов за биткоин. Так как здесь у нас находится зона сопротивления в виде скользящей 200-й экспоненциальной, а также у нас здесь же находится верхняя граница, зона сопротивления в восходящем треугольнике. И учитывая схему номер один, когда мы доходим до верха канала, то мы, скорее всего, расторговываемся, после чего отбрасываемся и идем вниз, входя в фазу D. Друзья, сейчас хочу предложить вам две самые лучшие биржи. Это Bybit и Femex. Регистрируйтесь от меня по данным ссылкам и получите бонусы, а также возможность участвовать от меня в различных денежных акциях. Поэтому есть высокая вероятность, что дойдя до 44 500, мы с вами расторгуемся и отправимся вниз. Либо мы можем пробить данную скользящую и направиться в район 47 тысяч долларов за биткоин, который является нашей первой лонговой целью, если мы будем рассматривать биткоин в парадигме роста. Следующими целями у нас будет 50 тысяч. И вы помните, что потенциал восходящего треугольника равен 54 тысячам долларов за биткоин. Соответственно, мы будем за этими зонами наблюдать. Но пока это просто теория, я бы даже сказал гипотеза, поэтому сейчас мы находимся там, где находимся. И наша цель сейчас как раз 44 тысячи долларов 500 за биткоин. Но давайте посмотрим исторически, как вел себя биткоин, когда 20-я экспоненциальная пересекала снизу вверх 50-ю скользящую. Например, совсем недавно, когда мы в 21-м году пересекли снизу вверх, у нас начался рост, который многие трейдеры называли нездоровым, так как коррекции как таковой еще тогда не случилось. По сути, с этой точки мы должны были направиться вниз, потому что здесь налицо техническая ошибка биткоина. То есть представляете себе, какое я имею право вообще биткоину что-либо высказывать. Но если вы посмотрите, то увидите, при нанесении сетки Фибоначчи мы должны были спуститься вниз, подняться до зоны 0.618 и пойти вниз, то есть совершить коррекционные действия, то есть закончить волну Си. Но покупатели не дали этому свершиться и как раз таки, дойдя до 200-й скользящей, развернули цену вверх, то есть не дали полноценной коррекции. И именно поэтому большинство из вас попали в ловушку в этом месте. А вот в этом месте была идеальная отработка по волнам Эллиота, волны A, B, C. Обратите, пожалуйста, внимание здесь. Когда 20-я экспоненциальная снизу вверх пошла вверх, ознаменовала локальный подъем, то есть то, что мы сейчас наблюдаем, и потом рухнула вниз, так как завершила коррекционные действия, после чего нашло дно, и мы уже здоровые, возмужавшие, направились вверх для того, чтобы реализовывать новые вершины. Именно это я сейчас и ожидаю увидеть от биткоина. Настоящее локальное движение вверх, после чего мы должны будем направиться вниз, реализовывать наши дальнейшие чеки. Поэтому я весьма убежден и буду грустить, если я окажусь неправ, что 27 тысяч долларов за биткоин мы все-таки должны будем чекнуть в этом году. Потому что это все подтверждено и технически, и теоретически, и исторически. Что ж, друзья, обязательно пишите свой комментарий, обязательно поставьте лайк этому видео, расскажите обо мне своим друзьям. Поглядите в описании под видео, есть две биржи, которые подойдут вам для торговли с идеальными комиссиями. А на бирже Femex вы и вовсе можете получить без депозита 36 долларов бонусами. На сегодня все, увидимся.